Добро пожаловать. Смотрю, раз есть такой защитник, как зять, домой закрытыми глазами приходишь, господин Ферман. Оставь эти пустые разговоры. Где она? Кто где? Что такое, Ферман? Я про дочку спрашиваю. Где Суде? На улице? Не дома? Не пугай меня, что происходит, Ферман. Сразу же позвони, пусть придет. Да, госпожа Шахика. Где ты, Суде? Гуляю, а что такое? Где ты гуляешь, могу спросить? Да тут я, здесь. Почему ты спрашиваешь? Сейчас же нужно приехать домой, сразу же. Мама, я тебя не попросту уже. Если хочешь, разговаривай немножко повнимательнее. Папа спрашивает что-то не так. Если сейчас же приедешь домой, будет хорошо с Судочьим. И я с тобой, садись напротив. Что это за поведение прошлой ночью? С каких пор эта ситуация происходит? Между нами ничего нет. Я лишь совершила ошибку. Это было маленькой ошибкой. Ничего. Маленькая ошибка? Моя дочь пятнает честь. Ты понимаешь, что ты делаешь? Что происходит? Почему я не в курсе? Что сделала Суде, Ферман? Я лишь хотела, чтобы мой муж расплатился с тем грехом, который он совершил. Проявив это изменой, вообще не постеснялась. Плата за грех расплачивается тоже грехом? Это что за месть такая? На самом деле, измену совершил твой зять. Он не постеснялся? Суде, человек может потерять свою кровь. Человек может потерять своего мужа, потерять своего ребенка, но не может потерять свое достоинство. Вот так вот опускаться человеку не подобает. Приди в себя немного. Меня внимательно послушай. Даже если ты моя дочь, плата за это будет тяжелой, очень тяжелой. Если я еще раз такое увижу или услышу, ты не войдешь в этот дом. Кто-нибудь из вас не может сейчас объяснить, что происходит? Суде! Я разозлилась на Булут и пошла поцеловала шофера. Что? Хайдара. Ну уж нет, не сделаешь ты. Игра это, не так ли? А? Ты сыграла в эту глупую игру, чтобы тебя заревновал муж. Это не было игрой, мама. Зачем сделала, не знаю, но сделала. Иди сюда, садись. А если муж узнает? А? А если кто-то увидел? Кроме папы никто не видел. Соберись уже, тебя никто жалеть не будет. Сначала твой муж уйдет, а потом отец выгонит тебя из этого дома. Только потом во сне увидишь это спокойствие и это богатство. Боишься, да, что Булут уйдет и компания обанкротится? Ты все в бегах за деньгами. Глупая ты. В этом сообществе у нас есть уважение. Ты хочешь, чтобы мы опозорились перед всеми? Тебе понравится, если будут говорить, что дочь Фермана Кахукая имеет отношение к шоферу. Тебе не будет стыдно, когда во всех газетах будут твои фотографии? Не жалко разве? А мне не жалко? Ты посмотри на мое положение. Не видишь, что я проживаю? В каком положении эта девушка, какие страдания переносит, вы в курсе? Я больше не хочу, чтобы моя дочь страдала. Когда мой муж узнает, ты будешь счастлива. Ты думаешь, он будет ревновать тебя? Ты только даешь человеку возможность взять и уйти. Хватит, мама. Хватит. Хватит, больше не давите на меня. Суда изменила? Замолчи. Это что за слова такие? Да, теперь господин Булут скажет пока-пока, это точно. Прости меня, Господи. Хоть сказала с кем? Не услышала, но я узнаю. Очень скоро все узнаю.